У нас в магазине evitec.ru вы можете приобрести такой фильтр тонкой очистки Resideo Brakman с сеткой 100 микрон. Он может устанавливаться и на холодную, и на горячую воду. Этот фильтр защищает ваши современные смесители, их картриджи и сеточки от попадания грязи, защищает заливные механизмы и поплавки унитазов и инсталляций, чтобы они не забивались, ну и продлевает срок службы вашим стиральным и посудомоечным машинам. Если такого фильтра у вас в системе нет, то вся грязь, которую не смогла задержать сетка фильтра грязевика, попадет к вам в систему водоснабжения. Да, такой фильтр грязевик, напомним, установлен у вас сразу после вводных кранов. Посмотрите сами, сравните. Сетка грязевика 500 микрон и сетка фильтра тонкой очистки 100 микрон. Разница очевидна. Эта сетка эффективнее в 5 раз. Такой фильтр – важный и нужный девайс в системе водоснабжения, его точно стоит установить. Плюсы этого фильтра. Легко промывается в канализацию с помощью вот этого краника снизу и обслуживается. Для этого не надо каких-то особых навыков, с этим справится любой. Его достаточно для защиты бытовой техники, смесителей, термостатов и всех механизмов, которые чувствительны к попаданию грязи. Сетка фильтра многоразовая, не как в магистральных фильтрах, когда вам каждый раз нужно отработанный картридж менять на новый. Занимает мало места, его легко встроить в готовую систему водоснабжения, если до этого в ней фильтров не было, и вы их решили установить сейчас. У фильтра латунный корпус. Он выпускается в диаметрах от 1,2 дюйма до дюйма с четвертью. Устанавливается по стрелочке, это направление движения воды, строго горизонтально корпусом фильтра вниз. В наборе идет присоединительный комплект американки с прокладками и такой вот ключ для того, чтобы откручивать корпус фильтра и доставать сетку. Фильтр промываем объемом воды, как написано в инструкции, не менее 25 литров. Конечно, при монтаже его нужно предварительно соединить трубами или специальными шлангами с системой канализации. Или извлекаем из корпуса сетку и старой зубной щеткой чистим под напором воды. Периодичность промывки и чистки индивидуальна и, конечно, зависит от качества воды в вашей системе. Также есть инструкция, в которой подробно описаны характеристики, правила монтажа и обслуживания. Этот товар вы можете купить у нас в интернет-магазине evitec.ru и также заказать его установку силами наших мастеров. Я уже опять скукожился весь. Welcome. Давай, еще раз.